17 по 23 мая во всем мире пройдет 6-я глобальная неделя безопасности дорожного движения по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот период будет объявлен план мероприятий второго десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2021-2030 годах. Основной темой недели станет снижение скоростного режима в городах, в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Мероприятия в рамках недели в странах-участниках ООН пройдут под единой концепцией «Дороги для жизни» – «Streets for Life», направленной на привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению пешеходов, как участников дорожного движения, и принятие мер по повышению их безопасности. Внимание аудитории будет акцентировано на прямой взаимосвязи между снижением скоростного режима и сокращением летальности в результате дорожно-транспортных происшествий. По данным Всемирной организации здравоохранения, снижение средней скорости на 5% может привести к сокращению числа ДТП со смертельным исходом на 30%. Согласно международным исследованиям, для взрослого пешехода в случае наезда автомобиля, двигающегося со скоростью 50 км в час, вероятность гибели составляет около 20%. Если удар происходит при скорости 80 км в час, риск летального исхода возрастает почти до 60%. Для детей и пожилых людей эти риски еще выше. В Российской Федерации в поддержку основной идеи недели пройдут информационные и пропагандистские мероприятия под общим девизом «Снижаем скорость, сохраняем жизнь».